Юрий Иванович Бабенко, главный тренер «Витязя». Пожалуйста, Юрий Иванович, ваше мнение о матче. Ну, хочу извиниться перед болельщиками, перед всеми теми, кто переживает за команду. Безобразная игра с нашей стороны. Все то, что говорили, все то, о чем договаривались вначале, ничего не выполнили. Очень плохо сыграли себя в зоне. Проиграли все единоборства, всю силовую борьбу. Поэтому очень жалко, будем разбираться. Спасибо. Вопрос от журналистов. Добрый вечер. Погромче, пожалуйста. Добрый вечер. Аркалов в втором звене. Почему именно он заменил Ельничка? Ну, хотели просто как бы малой кровью обойтись. У Сашки травмы, и не хотели дергать звенья, чтобы не было много изменений. Но не сыграло. Ельничук надолго? Пока неизвестно, неизвестно. Ну, положительная динамика есть. Надеемся, что чем быстрее, тем лучше. Казалось, что игра была очень похожа в чем-то на первый тур в Москве с Спартаком. Опять провалили первый период, там 8 смен не можем уже сказать, сезон. То есть какая-то подсознательная боязнь Спартака или ну как это? Вроде конкурент, не игрок. Это, не знаю, наверное, наш настрой на игру. Спасибо большое, Юрий. Спасибо.